Всем привет! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня будет видео о покупках для дома. И я знаю, что вы многое видели на нашем влоговом канале, но в этом видео хочется вам рассказать немножко поподробнее и показать все эти вещи поближе. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. Первое, с чего хочу начать, это барные стулья. Мы гнались за ними несколько месяцев в одном из магазинов, но все никак не было того цвета, который нам нужен был. Мы хотели белый. И потом, в конце концов, мы психанули и заказали эти стулья через интернет, заказали даже дешевле, нежели в магазине. Вы просили ссылочку, где мы их купили, я обязательно все ссылки оставлю в описании под видео, потому что мне не жалко. Стулья, во-первых, классные, удобные, быстро очень дошли к нам, то есть доставка была довольно быстрая. Они из дермантина, то есть многие писали в комментариях, что как бы они у вас пластиковые или дермантиновые. Так вот, дермантиновые, белого цвета, удобные. В общем, ничего плохого сказать про эти барные стулья не хочу. Это именно та модель, которую мы хотели, мы ее нашли, заказали. И вот теперь у нас здесь возле барной стойки красуются наших два классных стула. Теперь переходим к другой части нашего зала. Здесь намного больше покупок, о которых хочется вам рассказать. Первое — это наша лампа. Мы выбрали лампу с белым флаконом. Думали сначала купить серебристую, такую металлическую, но в последний момент передумали и решили, что белая лампа в наш интерьер больше подходит. И как она придает уют вечером. Это просто нереально. Мы очень довольны. Покупали ее в магазине Комфорама. Но я знаю, что такие лампы можно купить и на Амазоне, и на любом другом сайте. Так что присмотритесь к таким лампам. Она идет как арка. В общем, я мечтала о такой лампе, и она вообще классная. Как видите, на диване у нас появились новые подушки. Дело в том, что пришла весна, скоро лето, и хочется интерьер разбавить яркими красками. В магазине Комфорама мы нашли вот такие вот классные подушки. И они яркие, белые, цветные надписи. И самое главное, здесь написано Home Sweet Home, прям как называется наш канал. И сначала мы их не купили, почему, не знаю, почему-то засомневались, и потом, когда уже второй раз приехали в магазин, сказали: все, берем. И они идеально вписались в наш интерьер, и такие вот красавицы у нас теперь живут на диване. Над диваном у нас расположилась вот такая вот картина, которая состоит из 5 частей. Нам кажется, что картина выполнена в таком решении, выглядит намного интереснее, нежели если бы это была обычная там прямоугольная картина. В комментариях задавали вопрос, кто автор. Дело в том, что не думаю, что есть автор у этой картины, потому что она не ручной работы, это обычная фотопечать. Такого рода картины можно найти в интернете, я оставлю вам обязательно ссылочки, я видела что-то подобное на сайте Amazon, так что если кому будет интересно, то заглядывайте в описание под видео. Мы снова вернулись к барной стойке, я совсем забыла вам показать, что мы купили, вот такую вот орхидею. Дело в том, что когда мы сделали барную стойку, этот угол, такой аппендицит, можно сказать, у нас получился пустой, и мне очень хотелось что-то туда добавить, а возможно какую-то вазу с цветами. Но когда мы зашли с вами в магазин, мы увидели эту орхидею белого цвета, и нам показалось, что она просто идеально сюда вписывается. И вот мы ее приобрели, поставили, и кажется, что теперь она просто как здесь и стояла. Вот, это искусственный цветок. Я ничего не имею против искусственных цветов, тем более, если она сделана специально для декорации интерьера. Ну вот, в принципе, все, что мы хотели сегодня вам показать. Нам кажется, у нас получается все довольно неплохо, уютно. Оставьте свои комментарии, что вам больше всего понравилось и уютно ли с вашей стороны в камере это все выглядит. Мы решили немножко поменять формат видео о покупках для дома. Нам кажется, что именно такое решение более интересно смотреть такие видео. Надеемся, вам понравилось это видео. Оставляйте обязательно свои комментарии. Мы их всегда все читаем. И подписывайтесь, кто не подписался на канал Sweet Home. И мы увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Так что всем пока-пока!